Всем привет, друзья! Сегодня на улице очень холодно, но мы все равно будем качать наши трапеции. Для начала хочу сказать, что трапеции – это не только вот эта мышца, которая идет от плеч к шее, это также мышцы вот здесь. Наверное, даже сейчас покажу. Холодно, возможно, я заболею после этого, но для вас я покажу. Короче, трапеция идет вот тут. Вот эта мышца, которая у меня не особо развита, потому что я не старался ее развивать. А также трапеция идет вот тут. Когда мы сокращаем нашу спину, вот тут у нас трапеция видна, если вот тут. Трапеция позволяет нам сокращать спину туда, да, назад. А также вот эта трапеция позволяет нам делать вот такие движения. Какой ужасный фон, но зато тут ветра нету. Короче, первое упражнение у нас будет на турнике. Мы повисаем, руки не работают вообще, они нам нужны только для виса. Мы повисаем, и у нас работает, должна сокращаться спина. Сокращается она в этом месте, в центре, вот так, да? Это упражнение заменяет шраги со штангой, помните, да? Берем штангу и поднимаем ее вверх вот таким образом. А тут мы просто повисаем, и у нас спина также поднимается вверх. Короче, ребят, начинаем с первого упражнения. Это вис на турнике, и делается он так. Должны сокращаться задние мышцы вверху спины. Второе упражнение у нас будет на брусьях. Мы должны будем повиснуть на брусьях вниз головой, упереться ногами за брусья и подниматься. Тоже работаем только спиной. У нас качается тогда в данном случае вот эта мышца. Не вот эта трапеция, а вот эта, которая по центру. Ты уже начал? Зараза. Подожди. Короче, второе упражнение – это на брусьях вниз головой. Делается так. И мы поднимаемся не руками, а спиной. Посмотри, сними, там. Сними снизу. Там спиногрызы идут. Да снизу сними. Да. Как это, так ну, что ли? Да. Вот. Вот Артур и спиногрызы. Третье упражнение у нас тоже будет на брусьях. В данном случае мы просто упираемся руками на брусьях и делаем такие же упражнения, как шраги со штангой. Теперь делаем так. Тоже сзади сними. Спину. Качковский делаем какой-то там, подход. Вот так. Делаешь. Сейчас вы увидели максимально эффективные упражнения без груза. То есть вы можете делать эти упражнения, не ходя в качалку. Делать их надо на турниках и брусьях, и будет у вас тогда успех. Поэтому, ребят, если вам понравилось это упражнение, то подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и до следующей встречи. Пока! Вот теперь Артур устал, этот берет, короче, портвейн, идет домой.